Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня пришла я окучивать свою картошку и хочу показать вам, как выглядит картошка обработанная, престижем и табу, и необработанная. Я весной, когда обрабатывала, я вам рассказывала, что этими средствами я не обрабатываю никогда картофель для получения раннего урожая, то есть, который мы будем копать вот сейчас летом употреблять. Остальные я обработала, те, которые для зимы, потому что за эти месяцы, пока мы в середине мая садили, июнь, июль, август, сентябрь, за 3-4 месяца все эти вредные вещества, они выходят, вымываются. Вот у меня картофель разделен по сортам. Вот до дорожки, там дальше, был обработан табу. Вот этот вот сорт инноватор, видите, с белыми цветами. Он у меня там розана, тут инноватор. А для раннего урожая там все смешанные. Я хочу показать, что в это время уже всегда много жуков. Вот это вот сейчас плантация, где престиж был для обработки применен. Видите, что чистые листья, ни одного нет жучка. Это вот у нас до палочки было у меня. Вот видите, палочка, где замечено, закончился обработанный престижем, начался для получения раннего урожая, как типа безопасный, который вот начинается. Это ужас. Вот это наш картофель для получения раннего урожая, который мы не обработали, потому что побоялись вот этих вредных воздействий. Но теперь мне придется здесь ходить собирать вот этих толстеньких красненьких личинок. Это вообще, это уму непостижимо. Вот, ой, блин, сейчас. Видите, что это один и тот же сорт, одна и та же плантация. Вот она палка. Вот это до палки, где обработан был клубень. Вот это следующий ряд, который после палки. Вот. Тут даже комментариев никаких не надо. И я сегодня не буду говорить о том, вредно это или полезно. Мы эти дискуссии вели уже весной. Я говорила уже, что я много лет, вот до прошлого года, прошлый год в первом году обработала, собирала все это вручную, ничем не применяла, не обрабатывала, но годы идут, уже сил не хватает. Хоть бы огород обработать, еще вот этих жуков собирать. В прошлом году мы первый раз применили это средство. И я с таким облегчением вздохнула, что хотя бы летом в жару не ходить, вот этих вот толстых личинок не собирать, противных. Ну вот, все поле я сейчас вот прошла. Вот так вот у нас туда уходит. Это у нас за оградой посажено. Не в участке, не там, где 7 суток. А то некоторые удивятся, скажут, на 700-ках еще и картофель выращивают. Это у нас за оградой. Я сажу прям... Ну, мы живем как в деревне. Вот видите, вот это у нас ограда. Вот у нас дорога и следующий дом. Мы просто отгородили рабицей какое-то расстояние. И нас навезли земли и садим здесь, как в деревне, картошку. Но это не суть важно. Главное, что все поле я прошла, нет там ни одного жука. Все жуки только там, где у нас не обработано. На будущий год все равно еще раз буду обрабатывать, потому что пусть это даже и какое-то воздействие на меня оказывает, но зато вот с этими жуками не нужно будет бороться. Все, до свидания. Это я вам показала результат обработки престижем и табу. И там жуков нет. Жуки только вот тут, где не обработаны.